Всем доброго времени суток, с вами Саня Электрик, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed. Что ж, давайте направимся в гробницу ассасина. Да, гробница ассасина. Хочу посмотреть, что последняя это гробница, походу. Хочу посмотреть, что за гробница. И... Неплохо. Когда я пройду... в следующий раз вернусь к дяде Марио и возьму доспехи. Гробница недалеко. Но где она? Это еще секрет. Фух, хорошо, что я жив. Привет. Видимо, где-то наверху. Он кого-нибудь убьет. Нет, мужик, не переживай, я тебя убивать не буду. Да не сломаю я. Не сломаю. Осталось найти, как туда попасть. Вижу. Походу, это последняя гробница. Заходим. Да, я помню, как я в прошлой гробнице парился. О, да. Загадочки. А что у нас тут? Интересно. Знаете, загадки катакомб. Чтобы найти пищу сейчас. Окей. Может прыгнуть такого? По-моему, там что-то шевелится, вон в том стогу. Садись. Мы же не можем прерваться посреди игры. Нет, я что-то видел. Точно видел. Ты все время так говоришь. Ты был прав, Феминуча. В стогу действительно что-то было. Мне надоели твои шутки. Это не смешно. Меня могли убить. Крысы? Ты несерьезно относишься к работе. Беги быстрее! О, началось. Оставь меня в покое! Убить курьера нужно. Ничего. Беги быстрее! Оставь меня в покое! Давай. Он меня не догонит. Это мы еще посмотрим. Беги быстрее! Беги быстрее! Оставь меня в покое! Оставлю. Когда ты умрешь. Иду. Бегу. Понял? Беги быстрее! Черт. Да. Да. Кажется, они отстали. Кажется. Нужно найти выход. Или мне конец. Оставь меня в покое! Не получилось его убить. Сразу к оружию! К оружию! За мной гонится ассасин! Убейте его! Убейте ассасина! О! А если вот так? Да блин! Ну. Зачем? Куда? Эккола! Там! Там! Ха-ха-ха!
О. Ну все. Теперь сюда. Это было слишком легко. Даже что-то слишком. Хотя нет, это только начало. Ну что, начинаем восстанавливать нервные клетки. Итак, что нам нужно? За время нам нужно пробраться сюда. Ни хрена себе. Да, все понятно. Провалил задание. Теперь запустим. Вперед. Топ. Опять. Перезапустим. Так. Та. Сложно. Так, теперь. Так. Ты во... Да. Давайте хотя бы попробуем, пока есть время. Почему же ты в воду прыгаешь, а? Господи, как я это не люблю. Вот! Почему ты в воду? Я же направлял камеру. Опа, понял. Еще раз перезапустим, давайте. Так. Переводим вот. Ой! Получалось уже, ну почему еще раз не получается? Будет трудно. Трудная будет у нас серия. Так. Ну. О, господи, чувствую, эта серия на 20 тянется. Я не захочу больше записывать и... Ассасина и... удалю. Со злости. Там! Слушай, чтоб тебя током шагануло, блин. Задрал уже, блин. Почему ты прыгаешь вечно назад, если я направляю камеру туда, а ты не хочешь прыгать? Оп. Опа.
А что тут дальше, непонятно. Он вообще сюда не вылезет. Надо что-то так. Да... Почему ты прыгаешь... Ну, почему он прыгает в воду? Вот, вот так. Ага. Да. Да, ребят. Наверное, я тут все обрежу по-любому. Ага. Так, воду он прыгает. Надо тут потренироваться. Тренировка, блин. Ага. Потом прыгаем сюда, сюда. А дальше пошло. Ладно, попробуем сейчас. Так, началось. Да! У меня нет слов. У меня просто нету слов. Реально. Я прыгаю, делаю одно. Да, чтоб тебе током шинул, чтоб ты, блин, дебилом стал. Уже не могу я так. Почему ты прыгаешь в воду? Опа. Попробуем. Да. Быстро никогда не получится. Так, надо три. Ладно, пробуем еще раз. Бессмысленная серия. Опять. Видимо, Асио любит очень воду. А, настроение мне испортил Асио со своей, со своим попаданием в воду. Так, пробуем вот так. Оп. Оп. Опа, получилось. Так, спокуха. Есть. Как тут? А, понял, я камеру не повернул. А. О, еще одна осталась. Давай быстрее в Риме летит. Назад. Ну как? Я недалеко был. Ладно.
Эцио. Где же у нас тут начало? Так, вплывем. Теперь у нас одна осталась одна, и все. За что это мне? Блин. Уже начал по своей мове говорить. Не могу. Почему же ты прыгнул в воду? Мне надо добраться как-нибудь туда, и все. Топ! Стань мне печать. Все не так уж просто. Теперь мы делаем вот. Опа. Ой-ё. Так, мы делаем... Да. Господи, я ж туда направлял и нажимал кнопки. Почему ты прыгаешь в воду? У нас скоро конец серии. Прикиньте. Опа. Прыгай. Молодец. Так, тихо-тихо, назад. Нет! Господи, как я ненавижу, когда ты падаешь в воду. Господи. Ненавижу тебя, Эцио. Ненавижу свои гребаные гробницы, ассасин. Там уже все, когда курьера. Там охранник убил, ну все, нету, это не все, это давай еще. Так, давай, прыгай. Ой-ё-моё. Так. Сделаем вот как. Эта серия будет длинной у нас. Самая длинная серия Assassin's Creed 2. Походу. Финал может быть самый длинный. Так. Опля. Опля. Та ёкалы мене.
плохо. Так, спокуха. Опа. Ты почему тут прыгаешь? За что мне? За что? За что? Там нажимайся кнопку. О, господи. Черти варили, чтоб тебя ассасины сожрали. Ненавижу. Еще нужно так далеко идти. Орлиное зрение, орлиное зрение. Ой, без комментариев. Да прыгай ты, о господи. Пошел ты на жопу. Не могу уже, блин. Нажимаю кнопки, а он туда прыгает, блин. Камеру поворачиваю. Ты дебил. Эцио. Реальный дебил. Не может даже прыгнуть, когда... Не может тут какую-то хрень поставить, чтобы она крутилась вечно. Блин, тупой ассасин. Я бы поставил там какую-то фигню, чтобы она крутилась бесконечно и прыгала себе сколько влезет. Прыгай ты. Так. Так, опять. Там. Да прыгай ты туда, о. Так, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Нет, нет, нет. Почти. Почти. Ну чё, ещё раз будем. Гребаная статуя. Так, идем сюда. Давай, почти дошел, а он, блин, спрыгнул куда не нужно. Прыг, скок. Прыгай. Есть. Так, давай, 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 давай. Куда нужно допрыгнуть? Туда, что ли? А куда дальше прыгать-то? Я вообще в шоке. Куда дальше? Как-нибудь даже сюда надо запрыгнуть. Значит, надо как на эти балки запрыгнуть. Но как? Ага, значит, прыгаем сюда и вот так. Значит, потом дальше прыгаем сюда. Сюда, 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 сюда. Блин, почти допрыгнул, прикиньте. Может, обманем систему? Не, ну никак не обмануть. Давайте попробуем.
О, кошак пришел, блин, задал орал. Слышите, может кто-то слышит, как он мяукает. Задрал уже этот кошак. Че ты хочешь? Прыгай. Всегда во время летсплеев кот со мной, прикиньте, так морально поддерживает меня. Опа. Правда, кошка. Опа. Вот те кошки. Вот это все из-за кошки. Я сейчас. Вот. Так. 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 Тихо, давай быстрей. Давай быстрей. Давай. А, это не все? Ну, наконец-то. Ну, слава богу. Хорошее испытание. В усыпальницу, ух ты. Ну все. Тайна визитионы, синхронизация. Вот мы и прошли гробницу ассасина. Что ж, на этом можно закончить. Серия была полностью посвящена, можно так сказать, гробнице ассасина. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. С вами был Саня Электрик. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока. Да. Так, да.